Маша и медведь. Русская народная сказка. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. «Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками!» Дедушка с бабушкой отвечают: «Иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься!» Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукать, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь. Не отвечают. Толкнула она дверь, дверь открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает: кто же здесь живет? Почему никого не видно? А в этой избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. «Ага, — говорит, — теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. «А если уйдешь, — говорит, — все равно поймаю и тогда уж съем». Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать, кругом лес, в какую сторону идти, не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцев снесу». «Нет, — говорит медведь, — ты в лесу заблудишься, давай гостинцы, я их сам отнесу». А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю: «Вот, смотри, я в короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду». «Ладно, — отвечает медведь, — давай короб». Машенька говорит: «Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик». Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, во вражки спускается, на пригорки поднимается. Шел-шел, устал и говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». «Ишь, какая глазастая! — говорит медведь. — Все видит!» Поднял он короб и пошел дальше. Шел, шел,
шел-шел, остановился, сел и говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба опять: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». Удивился медведь: «Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит». Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. «Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес!» А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился бежать. В лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят, короб стоит. «Что это в коробе?» — говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.